налил на холодильник 2 часа и сейчас будем готовить. Фарш из чего сделал? Баранина 400 грамм и 200 грамм индейка. Потом, как специи, зира, хмели-сумели, приправа для шашлык и приправа для курицы. И это все готов. Сейчас будем вот мокрые руки и начнем. Вот. Я должен делать жесткое, как котлета, так воздух не будет. Вот, а сейчас что вот. Ты сделал? Ты проделал туда деревянную палочку. Да, деревянную палочку. Так. Так как мы, да, так как мы это делаем дома в духовке, не на мангале, тогда берем деревянные палочки. Растительное масло, чуть-чуть теплая вода, что потом не приклеит и что будет тоже больше вкусно. И вот, скажи, вот так. И вот, почти готовы. Сейчас поставим в духовку. Угу. Вот, готов. 200 градус, 20 минут. Вот, люля-кебаб готовый. Смотрите, как красивый и точно вкусный.